Молодежное служение нам приготовило сценку. И днес молодежское служение не приготовило. Что-то нужно для того, чтобы подготовить? Вот. А мы подготовимся смотреть и слушать. Всем привет, дорогие братья и сестры, с праздником! Мы с молодежью подготовили для вас игру. Все наверняка знают «Поле чудес». У нас все совпадает, у нас вот есть и гостинцы, фрукты, овощи, закатки, все как по законам «Поле чудесным». Но мы решили модернизировать, мы загадали слово. Вот оно, эти буквы здесь обведены черным. И чтобы вам его отгадать, нужно перед этим отгадать 5 других слов. Но мы решили внести небольшую изюминку, и мы не будем задавать вам вопросы, а будем вам показывать. У нас очень талантливая молодежка, все артистичные, Бог нас наделил всевозможными талантами, поэтому мы будем вам показывать слово, вы должны его отгадать. И у вас есть подсказка, помощь. Нужно просто сказать «Красавчик, помоги!» И вам тут же есть подсказка. Вот давайте попробуем. «Красавчик, помоги!» Все, я готов вам помочь. Итак, загадываем первое слово. Участники приготовились. Кто у нас там, да? Божье благословение. Итак, внимательно, внимательно смотрим. Первое слово. Поехали. Посмотрите сюда. Видите, насколько... Нет. Насколько длинное первое слово? Исцеление. Нет. А посмотрите, что сделала Аня для жертвы? Что? Жертвенность. Правильно, жертвенность. Оксанчик, напишешь? Вот не зря брат приехал, а? С другой стороны Болгарии. Правильно, жертвенность. Так, второе слово. Мальчишка. Молодежь. Вот, встаньте сюда. Мы немного репетировали, поэтому. Так, все. Дорогой израильский народ. Да. Я спустился с горы, я вам принес... Закон Божий. Итак, показывай. Первая заповедь, которую вы должны запомнить. Возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей. Аминь. Вторая заповедь. Третья заповедь. Да. Итак, заканчиваем 10-й заповедь. Все понятно? Все запомнили, все выполнили. Так, какое слово мы загадали? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Исполнение. Близко. Выполняется. Нет.
человек, который соблюдает законы, заветы, только это качество. Правильно, молодцы. Напиши, пожалуйста. Да, да, да. Вот отсюда. Вот отсюда начинаем. Так, готово. Третье слово. Ой, народ, будем следовать и исполнять заветы нашего вождя Ким Ир Сена. Вместе с нашей партией мы одержим победу в борьбе с империализмом. Ура! Будьте верны руководству страны, и мы двинемся вперед к новым вершинам. Мы с тобой до конца. Восемь букв в этом слове. Что они показали? Близко. Что проявляют люди по отношению к своему вождю? Близко. Верность. Правильно. Браво. Получается, да, вам нужно будет главное слово, это где обведено буквы, которые обведены. Нет, не спешим. Значит, у нас есть один вопрос со звездочкой, он повышенной сложности, он будет последним. Нет, рано. Четвертое слово. В четвертом слове поучаствую я. Итак, главное слово. Все готовы? Последнее слово, чтобы отгадать основное слово. Напрягитесь. Раздвигайте свои мозги. Все. Так, наши артисты готовы. Диджей готов? Поехали! Итак, какое слово мы загадали? Гамас. Какой? Гамас. Правильно! А где? Кто мой маркер забрал? Кто последний писал? А куда я поставил? А. И какое главное слово мы загадали? Все вместе! Правильно, молодцы. Будьте благословенны, братья мои и сестры.